Пятый канал представляет. Новая информационная программа «Актуально». Как иностранные разведки вербуют агентов среди россиян? Из чего делают хлеб, который мы едим? Лифты-убийцы. Мы узнали, кто виноват. Продуктовый даунсайзинг. Или как нас обвешивают? Могут ли инспекторы ГИБДД прятаться? И что им за это будет? Новая информационная программа «Актуально». Расскажем о том, что актуально именно сейчас. В марте. Со вторника по четверг. В 17:30. Только на Пятом.